что, а вот и я на пляжу около поселка Мясокомбинат. Парочку слов о том, как я сюда добрался. Во-первых, сюда ходит только единственный автобус, это 9-й маршрут от Металлурга до, собственно говоря, поселка Мясокомбинат. Второй момент. По улице широкой, довольно-таки далеко идти, хотя для путешественника 1 километр, это можно не считать даже за расстояние. Ну и третья, самая главная причина, потому что тут нет никого ни хрена, это вон в той стороне целая стая собак, на меня вышла целая, я сначала труханул, но их вот так как-то обошел, и они как-то влево завернули, и вот я тут на реке Самара. Хотя всю жизнь ее называл Самаркой, как многие из вас. Оказывается, правильно называется Самара. Вода мутная, но это мы уже знаем из предыдущего видео про Самарку, где я был под мостом, под южным мостом. Ну, и давайте-ка окунемся в эту реку. Камни. Хотя, вы знаете, все не совсем так, две машины стоят, но... Да блин, кто-то меня... Какая-то рыба меня за ногу ущипнула. Или это может быть камень? Но ощущение неприятное. Может, щука? А вон идет корабль. Ой. Да, это самое, конечно, самый отстойный пляж из всех. Недаром тут никто не купается. Один я, лошара, сюда вылез. Но все равно это хорошо, какая бы река не была, какой бы пляж не был. Давайте дно. Сейчас мы мутное дно увидим, мутное, абсолютно мутное. Не увидели дно, я пока еще только окунулся. В камышах, блять, купаюсь, в камышах, вот рыба реально в камышах. Поплыли, солнышко светит. Всем нам говорит приветик. А вон дома вдалеке дома, говорю, заводы. Ну-ка, еще раз окунемся. Хорошо. Ну я вам дно обещал, но может быть не будет. Ну может быть не купается, потому что сегодня этот, как его, рабочий день, а я вроде как в отпуске. И поэтому езжу по Самаре, по разным пляжам. Ну я тут действительно вот ни разу тут не был. Вон стрекоза. Так, ну, сил у меня же нет. Возвращаемся обратно. Я вообще к пляжу неприхотливый. Но тут уж явно Мухосранск. О, пип-пип. Машина. Ну, ЖД-ветка. Хотя тут есть, конечно. Но она вдалеке. Вроде как не должна. Может быть, действительно машина. Так, а что если я выйду вон там вон? Вот там вон мой портфель, а вон там я выйду.
вообще так непривычно. Один, реально, реально один, никого на пляж. Никого. Да, я вам обещал дно. Сейчас вы увидите дно. Вот такое вот, наверное, самое мутное дно на Самарке. Так, ну, ух ты, птица. Так, надо аккуратненько. Встал, вышел из воды. Ну вот как всегда, ждешь подвох от собак каких-нибудь, а получаешь люлей от рыб. О, камень, вижу. Хорошо. На этом все. Такой вот он был, этот мясокомбинат. Еще раз обозреем. И все. Вон там детишки футбол играют. Причем говорят не на русской мове. Что еще раз доказывает о том, что все надо защищать ФСБ, желательно с бетрами. Я вообще не такой, конечно, националист, но ну надо защищать, в общем, с бетров. Такой вот был мясокомбинат, точнее пляж. Пока!